Этот клуб в деревне Шадраса Кибя Алнашского района силами местных жителей был построен в 1976 году, а 6 лет назад деревенские перестали здесь собираться. В деревне не осталось ни одного культмассового работника. Я вспоминаю те времена, когда мы собирались, все обсуждали, концерты ставили, тому подобное. А сейчас ведь некуда молодежи. Еще как обидно. Очень обидно. Вся молодость наша здесь прошла, считай. И приходят сюда, все двери открыты настежь. Везде бардак. Нина Тарасова рассказывает, здание рушилось на глазах. Она сама родилась и выросла в Шадраса Кибе, затем уехала в Ижевск. А во время пандемии решила вернуться на малую родину. Жителей в деревне немного, всего 45 домов. Но есть и дети, и молодежь, и бабушки, которым нужно где-то проводить время. Тогда Нина Тарасова решила возродить клуб. Инициативу поддержали односельчане. Собрав своими силами небольшую сумму, получили еще и средства из бюджета республики. Именно благодаря односельчанам очень много сделано. И материально, и физически. Денежные деньги отправляли даже те кибинцы, которые уже уехали из нашей деревни 40 лет тому назад, 45 тому назад, или кто-то год тому назад. Потому что чувство патриотизма, оно настолько присутствует у наших односельчан. В клубе отремонтировали крышу, покрасили стены, заменили окна, провели свет, водопровод, отопление. Теперь здесь снова закипела жизнь. Веселее стало нам жить. Сельчанам есть куда собираться. Вместе собираемся. Был маскарад, весело провели. Надеемся, что эта молодежь оставаться будет в деревне. Деревня возродится. Новый год встретили здесь всей деревней. Об одном сожалеют, пока в клубе нет гармониста. Надеются, что и он скоро появится. Местные жители так поверили в свои силы, что теперь задумались о развитии в деревне этнотуризма. Вероника Ваулина, Василий Хохряков. Новости.